Всем привет! С вами астрологический студенческий прогноз. Каждый из нас, несмотря на разные специальности, знает, что еще в древности люди обращали свой взор к небу, надеясь найти помощь у звезд. Те подсказывали им дороги не только в путешествиях, но и на жизненном пути. Люди научились складывать звездные рисунки в определенные ориентиры, по которым следует двигаться. Так и нам, студентам ЮРГУ, нужны звездные шпаргалки, ведь так? Что же, мы вам расскажем, что приготовили для студентов звезды в 2018 году. Овен, год собаки, учебный год, станут удачным для тебя, если ты приложишь максимум усилий. Будь смелее в своих решениях, но помни, что излишняя напористость и эмоциональность могут помешать тебе в осуществлении планов. Телец, в 2018 году звезды советуют тебе быть оптимистичнее, не грустить о прошлом и больше общаться с людьми. Ведь недаром студенчество называют золотой порой. Помни об этом и бери от этого все. Близнецы. Первая половина года обещает быть невероятно продуктивной. У тебя появится шанс улучшить свои позиции в учебе, снискать уважение среди одногруппников и даже прославиться в качестве самого умного учащегося в университете. Рак. В этом году ты сумеешь преодолеть все дедлайны и выйти победителем из самых западных сессий. Но будь внимателен, если ты гуманитарий, то тебя ожидают препятствия. Главное, не останавливайся и не опускай руки. Лев. Впереди спокойный и совсем не героический год. Восстанавливай силы, набирай сознание, не забывай студенческий и запасись терпением. Ну и готовь зачетку для отличных оценок, конечно. Девы. В этом году звезды советуют тебе усиленно готовиться к экзаменам, завязывать нужные знакомства и позиционировать себя как новатора и пионера. Ты поверишь в себя и поймешь, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Весы. 2018 год для тебя – это время возможностей. И это касается не только образования, но и увлечений. Все, к чему ты стремился и к чему ты прилагал усилия, обязательно будет развиваться и совершенствоваться. Тебе же остается только заблистать на сцене актового зала или на худой конец получить все зачеты автоматом. Скорпион. Несмотря на то, что тебя ожидает тяжелый учебный год, у тебя есть шанс построить крепкие дружеские или романтические отношения. Не трать силы на людей, которые тянут тебя вниз, и у тебя все получится. Стрелец, держись. Наступает время, когда твои амбиции не будут соответствовать твоим возможностям. Не исключено, что в коллективе появятся новые люди, и это приведет к недопониманию. Запасись терпением и дипломатичностью. Это тебе пригодится. Козерог. Многое в твоей жизни требует перемен. Топтаться на месте уже не получится. Прагматичность и трезвый взгляд на жизнь помогут тебе завершить курсовые и даже найти новые ориентиры как в учебе, так и в жизни. Водолей. Уделяя слишком много времени занятиям, ты рискуешь потерять хорошие отношения с твоими близкими. Отложи на время тетради и учебники, отвлекись от страниц в интернете и проведи это время с твоими родными. Ведь это даст спокойствие, а спокойствие даст и продуктивность. Рыбы. Расслабьтесь, но не слишком. Вам не придется прикладывать титанических усилий, чтобы быть на высоте. Но помните, что долги, как тигры, прячутся, а потом возникают прямо перед зачетной неделей. Теперь, когда открыты все пути и озвучены все звездные советы, мы желаем вам испытаний, которые обернутся для вас опытом, людей, которые станут для вас опорой и поддержкой, и легкости, которая будет с вами не только на время праздников. С вами был астрологический студенческий прогноз. С Новым годом!